Сандра, добрый вечер. Добрый вечер, Оленька. Мы вот с вами не на сцене, не в студии встречаемся, а в поле. Да. Но повод у нас есть. У вас вышла новая песня, посвященная работникам сельского хозяйства. Абсолютно верно. А вот вы как-то связаны со сферой ПК, кроме вашего творчества? Я обожаю труд хлеборобов, комбайнеров. Вы знаете, эти люди, которые сеют, растят и убирают, потом, да, и пекут хлеб, достойны очень сильного внимания и заслуживают большого уважения. Поэтому песня Александра Солодухи под названием «За агронома» сегодня прозвучит абсолютно новая песня впервые на телевизионном канале СТВ. Да, она пошла во всех соцсетях. Реакция министра сельского хозяйства Игоря Брила. Александр, поздравляю, супер песня. Да. Очень мне, конечно, было это приятно читать и слышать. Ну, знаете, ваша песня в такт тому, что говорит глава государства, что сельское хозяйство – это наше общее достояние. И каждый из нас, каждый вот белорус внес свою лепту. Вот мы Я думаю, что Александр Солодуха внес свою лепту, да. Совершенно верно. Вот вы сразу поняли, что это ваша песня? Да, потому сразу. Что, ну, немногих сельское хозяйство вдохновляет на творчество. Нет, когда автор предложил, да, и я услышал с первого раза, сказал «да». И я верю, что эта песня будет звучать в этом году на всех дожинках нашей стране. Да, давайте не будем ждать. Премьера на телевидении Александра Солодуха «За агронома». Просим! Спасибо! На высокой ноте мы завершаем программу. Всего доброго, берегите себя. И увидимся в следующее воскресенье в 19:30 на СТВ. Будет интересно. Впереди спорттаймер с Юлией Слепицкой. Берегите себя. Всего доброго. Ура!